Где вы? Ну-ка давайте в одну команду становитесь. Поплотнее, поплотнее, давайте. Фу, Воля, Воля, ты иди уже быстро. Серега, не позорь себя. Так, друзья, у нас уже как на высоких там соревнованиях, олимпиады, чемпионаты и так далее. Сначала играют игру, одну из самых сильных игр, кстати, сегодня будет, да? Вот. Потом уже торжественное, очень торжественное открытие, ну а потом все остальное идет своим чередом. Так вот, торжественное открытие. Турнир, это у нас междугородний турнир, ветеранский считается. Но поскольку он товарищеский, то сами понимаете, нам нужно привлекать молодежь, зеленые, тренировать их, обмениваться опытом, вот смотреть, показывать, как играют настоящие солидные мужики. Вот. Я рад, что вы откликнулись на наше приглашение. Спасибо за сбору. Сланцы, даже все-таки согласились приехать. Молодежь, вы особенно у нас в почете, значит, готовьте, сейчас будет серьезная игра. Спасибо. Всегда, сами прекрасно понимаете, что эти люди... Я отвечаю, что друг другу сослужим. Судья всегда прав, побеждает сильнейший. И самое главное, хорошо пообщаться, пожелать друг другу здоровья, успехов. Как всегда, победит сильнейший. Вот. Всем желаю успехов. Сейчас все в равных условиях. Ван! Стой, 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 куда, куда, команды не было, я так, помню. Сейчас, значит, такое объявление было. Поскольку у нас время лимитировано, до 4 мы должны закончить. Я чувствую, что если мы будем играть по 3 партии, мы не успеем. Вот сейчас капитана команды, давайте пойдем только решим, как дальше. Сейчас не остановим. И последнее, последнее. Значит, слово предоставляется нашему спонсору Татьяне. Поприветствуем. Поздравляю вас с участием в этом знаменательном таком турнире. Особая благодарность всем ветеранам, которые своим примером подают такой пример молодежи, потому что спорт это является одной из составляющих нашего здоровья и, конечно, долголетия. Ну а как я являюсь спонсором компании «Вивасан», вернее, спонсором от компании «Вивасан», наша компания производит продукцию именно для поддержания вашего здоровья и активного долголетия. Поэтому еще раз поздравляю вас с этим замечательным турниром. Команда «Соснового бора», команда «Сланцев».